Для того, чтобы призвать к ответу нарушителей правил дорожного движения, вовсе не обязательно патрулировать трассы земли. В Красноярском районе области сотрудники ГИБДД совместно с авиаторами Росгвардии задействовали комплекс высотного наблюдения на базе аэростата. Конструкция представляет собой летательный аппарат, на специальном подвесе которого устанавливается видеокамера высокого разрешения. Она способна зафиксировать нарушение правил дорожного движения с точностью до метра. Радиус действия камеры около 10 километров, обзорность 360 градусов. Профессиональная оптика позволяет со значительного расстояния различить государственный регистрационный знак автомобиля как днем, так и ночью. Накачивается аэростат гелием. Вот, здесь мы можем выполнять долговременную задачу. Вот, и, соответственно, по преимуществу с беспилотными летательными аппаратами не нужно постоянно осуществлять взлет-посадку. Хватает аккумуляторных батарей на 12 часов. Изображение с нарушением ПДД в режиме онлайн поступает в наземный пункт управления. Сотрудник сохраняет видеосъемку и передает информацию о нарушении экипажу дорожно-патрульной службы. Сам летательный аппарат отслеживает нарушителей по трассе до момента остановки инспектором ДПС. Водителя останавливают ближайшим нарядом и составляют протокол об административном правонарушении. Мониторинг соблюдения ПДД при помощи аэростата чаще всего проводят над наиболее аварийными участками автодорог региона. С его помощью можно выявить грубые нарушения правил дорожного движения, связанные с обгоном, выездом на полосы встречного движения, по причине которых возникают серьезные аварии. Данный участок дороги имеет две полосы для движения, по одной в каждую сторону. На достаточно протяженном расстоянии здесь обгон запрещен, соответственно, имеется разметка, запрещающий обгон с выездом на полосу встречного движения. Нередки здесь случаи совершения ДТП при выезде на полосу встречного движения. Соответственно, данный участок был выбран для проведения такого мероприятия. Несогласному с нарушением водителю предоставляется видеозапись, которая является неоспоримым доказательством вины. Таким образом, от зоркого глаза воздушного инспектора не спрятаться, не скрыться и наказание не избежать. За время проведения мероприятий при помощи установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу для встречного движения. На 5 водителей были составлены административные материалы, взыскание по которым составляет 5000 рублей. Либо лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев. Ольга Павлова, события.